Жительница Чапаевска Татьяна Быкова говорит, к своему здоровью привыкла относиться ответственно, особенно последние 7 лет, с тех пор, как стала мамой. Приходится отвечать не только за свою жизнь, но и думать о будущем ребенка. Вакцинироваться я решила по той простой причине, что я всегда вакцины все делаю. У меня прививки от любой инфекции есть. И поэтому ковид – это та же самая инфекция, и с ней нужно как-то бороться, это во-первых. А во-вторых, у меня ребенок несовершеннолетний. В Чапаевске вакцинацию проводят по адресу медицинская 3А. Там располагается терапевтическое отделение номер 2 городской больницы. Кроме того, на базе 4-го терапевтического отделения Чапаевской ЦРБ работает круглосуточный пункт вакцинации. Особое внимание уделяют иммунизации людей пожилого возраста. Их приглашают на прививку участковые во время приема, обзванивают, при необходимости выезжают для вакцинации на дом. Основной упор мы, конечно, стараемся сделать на лицах старше 60 лет, потому что эта группа, к сожалению, наиболее уязвима как для самого ковида, так и для осложнений от коронавирусной инфекции. Ну и, соответственно, наша задача, вот первоочередная, это сделать максимально безопасной жизнь наших пожилых граждан. Вы знаете, у нас весь подъезд уже завакцинировался, я осталась одна. И по телевидению, и по радио твердят одно и то же. Ну, хочется пожить еще подольше. На сегодняшний день вакцинацию прошли 1 031 104 пациента. Напомним, что и в Самаре пожилые и маломобильные граждане могут обратиться к врачам, чтобы те провели им вакцинацию на дому. Виктория Шарая, события.